Акции и флешмобы в поддержку событий на Украине проходят в Хабаровске. Волонтеры и представители патриотических объединений города начали раздавать на улицах наклейки с изображением латинской буквы Z и надписью «Своих не бросаем». Как объяснил один из организаторов акции, ее цель – поддержать решение президента, которое касается действий на Украине. Добровольцы за день раздали водителям автомобилей 650 наклеек. Акцию они намерены повторить. Раздавать наклейки волонтеры планируют не только в Хабаровске, но и в Комсомольске. Еще один флешмоб прошел накануне на парковке арены «Ерофей». Водители компании-перевозчика «5 звезд» выстроили латинские буквы Z и V. Участие в акции приняли 13 маршрутных автобусов.